Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Кирилл Сосунов, заместитель начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как традиционно отмечают День физкультурника и когда у нас он состоится? Ну, в этом году у нас День физкультурника состоится 10 августа. Как правило, это вторая суббота августа ежегодно, хотя изначально, если брать историю, значит, начала этого праздника, все это начиналось в 1939 году, выходило постановление Совета народных комиссаров СССР о праздновании Дня физкультурника. Это постановление было подписано 16 июля 1939 года, и первое праздничное мероприятие прошло уже 18-го. Ежегодно до 1961 года дата назначалась Совета народных комиссаров, соответственно, а уже после было внесено, что этот праздник будет традиционно вторая суббота августа. Расскажите, какие мероприятия будут в рамках этого праздника проведены? Вот, в рамках праздника, он у нас, кстати, в этом году юбилейный, 80-й, то есть такой грандиозный будет праздник у нас в Рязани. В рамках этого праздника проходит множество спортивных соревнований на территории города Рязани, а непосредственно мы будем отмечать этот праздник 9 августа. Начнется он у нас в 11 часов утра награждением в Большом зале администрации города Рязани спортивных, значит, коллективов, обществ, ветеранов спорта, людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. Это будет в 11 часов в зале администрации. И большая программа для жителей города Рязани, где будут представлены площадки и будут проходить общегородские городской праздник, он состоится в 18 часов на улице Почтовой. Всех приглашаем. Вы говорили о площадках. А будут ли работать какие-то особенные площадки, например, медицинские? Да, в этом году будут работать две медицинские площадки. Эта площадка будет одна Рязанского государственного университета медицинского. То есть там можно будет прийти и получить консультацию определенную. То есть вас обследуют, сделают консультацию. И будет площадка медицинской профилактики. Точно так же там будет уже непосредственно определенная аппаратура. Можно будет также пройти обследование, получить консультации и, соответственно, рекомендации для ведения здорового образа жизни. А в чем себя смогут попробовать рязанцы? В каких видах спорта? Ну, виды спорта будут представлены интерактивные площадки. Будет площадка дартса, стритбола, мини-футбола. Вот, будут для любителей единоборств, они смогут посмотреть и насладиться показательными выступлениями воспитанников как муниципальных спортивных школ в этом году, так и областных. Это будет тхэквондо, это будет джиу-джитсу, это борьба. Ну, будет много интересного, а начнется, наверное, все это мероприятие, вот хотелось бы озвучить, начнется оно, наверное, в 17:50. Парадом от площади Ленина по улице Почтовой до главпочтамта, где пройдут ветераны спорта, спортсмены, общественные организации, учреждения спорта городские, учреждения спорта будут представлены и областные, то есть будет большой красивый парад, впереди парада будут ехать велосипедисты с флагами, барабанщики. То есть я думаю, что все это должно всем понравиться. Люди будут сдавать нормы ГТО. Ну, естественно, как бы в этом году, значит, у нас ВФСК, то есть Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, отмечает пятилетие свое. Вот будет площадка непосредственно улицы Почтовой, где жители города Рязани смогут прийти, ознакомиться с информацией по тем нормативам и испытаниям, которые они могут выполнить, и им необходимо выполнить в их возрастной категории, и там же опробовать себя, ну, по пяти испытаниям. То есть приглашаем всех, а если люди будут зарегистрированы на сайте ГТО, то я думаю, что они смогут там и пройти эти испытания, и сдать эти нормативы. В рамках празднования 80-летия Дня физкультурника будут проведены соревнования по спортивному ориентированию, так называется спортивный лабиринт. Он будет находиться на улице Праволыбецкой, непосредственно внизу главпочтамта. Также будет там организованы площадки стритбола, площадка метания ножей, можно будет посмотреть и попробовать метать ножи. Вот. И впервые в этом году будет в рамках проекта «Бежим круглый год» проведен легкоатлетический забег, также на Праволыбецкой. Всех горожан мы приглашаем для участия. Необходимо иметь справку допуск врача
И приглашаем вас, пожалуйста, приходите. Есть много там возрастных категорий, где каждый желающий сможет поучаствовать. Какие площадки будут организованы впервые? Ну, впервые площадки будут организованы, значит, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот впервые в Рязани мы пытаемся как раз вот 80-летию все это сделать, чтобы у нас была доступная среда, чтобы все могли прийти, все слои населения, и поучаствовать в данном мероприятии. Также у нас впервые будет представлять йога и силовые воздушные атлеты. А сейчас идут переговоры еще по одной площадке. Расскажите о них. Ну, у нас ведут сейчас в данное время переговоры. Возможно, будет очень интересная площадка. Не хочу сейчас забегать вперед и анонсировать. Пускай это будет таким небольшим там, нашим секретиком. Да? Ну, поэтому все, кто хочет что-то посмотреть в сфере спорта, приходите вообще с нами вместе отпраздновать этот праздник, это 80-летие, приходить на улицу Почтовая. Я думаю, что вы не разочаруетесь. Обычно в день физкультурника жители могут увидеть различные выставки. Расскажите о них. Будут представлены фитнес-клубы нашего города Рязани, где каждый сможет прийти ознакомиться с программами, которые они проводят у себя в своих фитнес-клубах. И, может быть, выбрать себе определенное какое-то направление, какое вам будет более по душе. Так что для ознакомления будут представлены фитнес-клубы. Также будет фотовыставка, называется «Спортивная прищепка». Можно прийти, посмотреть на нее. Может быть, кто-то узнает своих друзей, знакомых, соседей. Ну, большое грандиозное мероприятие планируется. Поэтому хотелось бы, чтобы все жители города Рязани поддержали. Поддержали, пришли, где-то поболели в соревнованиях, являлись где-то зрителями, где-то участниками были. Приходите. Всех мы вас приглашаем. Расскажите, как пройдет награждение? Награждение. Значит, после того, как парад у нас пройдет по улице Почтовой, до главпочтамта, на площади перед главпочтамтом будет стоять сцена, где будет проходить торжественная церемония награждения наших ветеранов спорта, также от общественной организации, наградами Управления по физической культуре и массовому спорту, наградами Министерства спорта Рязанской области. Всех мы будем чествовать, общественников, людей, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, наших незабываемых ветеранов. Что это? Что такое День физкультурника? Да? Это в основном те люди, которые занимаются именно физкультурой, не профессиональным спортом, а физкультурой. То есть как раз те общественники, которые принимают активное участие в жизни города, в спортивной жизни города, да? Кто своими примерами пропагандирует здоровый образ жизни. И на этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире.